что такое терроризм. Вот помните там взрыв в подземке в Москве, к примеру, да? Вы что думаете, те, кто затевал этот взрыв, они хотели там вот тех там 5-10 человек убить в подземке? Нет, они рассчитывали на то, что после этого все это будет показано на телевидении, что это увидят миллионы, а может быть и миллиарды телезрителей, и это произведет определенный эффект на общество. Если с завтрашнего дня у журналистов хватило бы силы воли, ума, там, так сказать, чего угодно, выйти из-под этого глобального управления и сказать, нет, больше на телевидении мы акты террора показывать не будем. А кому они тогда нужны? Ну какой смысл там, так сказать, погибли 5 человек, об этом никто не узнал, никто не услышал. Это что, замалчивание? Нет, это не замалчивание. Это глобальное понимание управленческих схем. Я вам привожу цитаты из выступления, ну, авторитетного, я надеюсь. Он говорит, да, как управляют с помощью картинок, мы это понимали в свое время. И когда мы на телевидении показали акт самосожжения, произошедший в Прибалтике у Вечного огня, то это начало тиражироваться по всей стране. И остановился только тогда, когда мы прекратили информацию по этому поводу. Как только мы показали, как двое молодых людей во время свадьбы бросились с балкона и погибли, эти ситуации начали повторяться. Нужно очень, значит, различать программирование и прогнозирование. Одно дело прогноз, а другое дело программирование. Если вы на телевидении показываете какие-то картинки, эти картинки и формируют ваше будущее. Все, что показано на экране, с неизбежностью перетекает в нашу реальную жизнь. Вначале формируются некие информационные выкладки, а потом отрабатываются схемы перенесения этих информационных выкладок на объективную реальность.